Елку густо нарядил, все украсил огоньками, разноцветными шарами. Кто подарки нам привез? Ну, конечно, Дед Мороз! Деда Мороза с подарками каждый ребенок ждет с нетерпением. В школе «Гармония» новогодних чудес ждут особенно. Стихи возле елки, подвижные игры, хороводы – для этих ребят не просто праздник. Для подготовки к нему было затрачено немало труда и времени. Все очень старались. Все всегда рады подаркам, а дети рады подаркам, мне кажется, больше всех. Потому что, безусловно, Новый год – это подарки, это безусловно, что-то приятное, что-то радостное. И мы сегодня постарались сделать такой праздник для ребят. Я думаю, что это очень здорово. И, конечно, я, как председатель общественной палаты, я очень признательна всем благотворителям, которые оказывают такую помощь в нашем округе, которые дарят вот такой вот праздник, частичку такой радости детям. В это непростое время у каждого ребенка должен быть праздник, уверены гости. Вместе с представителями общественной палаты гости вручают ученикам школы сладкие подарки. Я считаю, что это очень важно. Сказка-то должна быть при всем, при том, что происходит. С этими вирусами, со всем остальным, как без сказки быть. Поэтому мы и постарались поучаствовать в этом мероприятии. Гости заглянули в каждый класс. Кроме сладостей, ребята получили массу положительных эмоций и не по-зимнему теплые объятия Деда Мороза. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».